Практически стопроцентный, назвал заместитель министра обороны России, готовность военного технополиса «Эра» к началу работы. Сегодня ход строительства научного инновационного центра проинспектировал Тимур Иванов. Подробность об итогах проверки в нашем эксклюзивном интервью. Готовность, я бы сказал, 99%. Мы выходим на финальную стадию. Сейчас идет монтаж уже основного технологического оборудования. Специализированная лаборатория оснащается необходимым оборудованием. В целом идет установочная работа, завершается благоустройство. Как и планировали, в сентябре технополис «Эра» начнет свою работу. Мы планируем к 15 числу обеспечить получение всех необходимых разрешительных документов и уже приступить к началу работы технополиса.